И еще немного об американском президенте. Служба безопасности Белого дома шокирована. Оказалось, что Дональд Трамп раздает политикам номер своего мобильного и предлагает звонить ему напрямую. Кто уже дозвонился до Вашингтона и почему это взволновало всю Америку, узнаем от Дмитрия Анопченко. Любой звонок в Белый дом – это целое событие. Разговор с президентом заранее готовят и согласовывают. Звук записывают и потом делают расшифровку, которая обязательно архивируется. Когда президенту звонит кто-то из мировых лидеров, рядом с ним должен быть госсекретарь или, как минимум, шеф аппарата главы государства. Говорить он может только по суперзащищенной линии. Из овального кабинета, ситуационной комнаты или из своего лимузина и ниоткуда больше. Но Дональд Трамп решил все это поломать. Сразу несколько чиновников признались агентству Associated Press. Трамп запросто выдает самое дорогое – свой номер телефона. Звонить ему на мобильный он сказал и новому президенту Франции, и лидерам Мексики и Канады. Джастин Трюдо даже этим воспользовался и уже набирал Трампа на мобильный. Скандал грандиозный, ведь это не только нарушение дипломатического протокола, а еще и небезопасно. Разговор по незащищенной линии кто угодно может перехватить. Более того, у политиков сейчас охота начнется. Все захотят заполучить заветный номер, чтобы не ждать сутками, пока дипломаты разговор согласуют, а набирать Трампа запросто, напрямую. Но президент от всех предупреждений спецслужб только отмахнулся. Понятно, что мобильный телефон был и у президента Обамы, но журналисты, входившие в его личный пресс-пул, рассказали мне сегодня, что даже если ты случайно бы узнал номер президентского телефона, либо адрес электронной почты, то связаться все равно не получилось бы. Дело в том, что список адресатов в телефонной книжке утверждал Secret Service. Там было не больше 20 имен, в основном родные и ближайшие советники. От всех остальных ни звонок, ни СМС, ни электронное сообщение просто не прошли бы, были бы автоматически заблокированы. Но Трамп вводит новые правила, видимо, не вспомнив, что именно использование личной электронной почты для служебной переписки стоило карьеры Хиллари Клинтон. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».